Наша мама просыпается самая первая. Доброе утро, мама. Ой, куда подевались мамины зеленые тапочки? Найди их и дай маме. Молодец! У мамы с утра много хлопот. Давай поможем ей. В первую очередь мама идет в душ. Дай маме гель для душа с ароматом киви. Найди мамину мочалку и подай ее. Посмотри в шкафчике. Иди подай маме полотенце и халат. Хорошо, теперь подай халат. Теперь красиво оденемся. Ага! Мама одевается и идет на кухню готовить для нас завтрак. А пока еще никто не проснулся, открой окно, чтобы проветрить помещение. Давай сделаем маме утренний кофе. Возьми мамину чашку и поставь ее в кофеварку. Чашка на месте. Включай кофеварку. Подай маме чашку. Теперь немного подождем, пока кто-то проснется. Интересно, кто первый придет за своим завтраком?